А от чи вплине зміна палива на тарифи та чи вистачить газового вугілля для виробництва енергії? Про це і не тільки поговоримо із заступником головного інженера ДТЕК Придніпровська ТЕС Олексієм Фоменком. Вітаю вас, пане Олексію. І скажіть, будь ласка, яка насправді причина переходу на вугілля марки Г? Еще раз добрый вечер, Татьяна. Ну, ни для кого не секрет, что после блокады февраля 2017 года на нашу станцию прекратилась подача углей ашовой группы. В результате чего станция была с 5 апреля 2017 года остановлена. Полностью? Была остановлена полностью, да. Значит, та станция была остановлена для того, чтобы накопить уголь, который на данный момент поставляется нам с ЮАР, накопить уголь на складах станции для того, чтобы мы могли стабильно пройти осенне-зимний период и обеспечить жителей города Днепр горячей водой и теплоснабжением. Но в связи с тем, что поставки юаровского угля идут нерегулярно, это связано не только с длительностью поставки, но и с тем, что пропускная способность наших портов достаточно низкая, нашей компанией было принято решение перевести два энергоблока по 150 мегаватт на сжигание углей газовой группы. А скажите, пожалуйста, хватит ли вот этого угля марки Г, поскольку еще в конце августа я видела статьи интернет-СМИ, которые говорили о том, что ну, половина складов заполнена углем. Да, действительно, какое-то время у нас на складах было очень низкое количество угля, но на данный момент с пятницы, как уже говорили, блок номер 7 работает на газовых углях. Нам уголь поставляется с Павлограда, поставки идут постоянные, каждый день приходит несколько составов, поэтому мы уверены о том, что осенне-зимний период 2017-2018 года мы будем обеспечены углем. Как же тогда с точки зрения экологической безопасности, поскольку Приднепровская ТЭС, ну, это лидер, всегда говорили экологи, по загрязнению атмосферы? Ну, если смотреть на экологическую безопасность, основной разницей, как я уже говорил, между углями марки А и марки Г, это являются химические характеристики. Значит, уголь марки Г является более реакционным, за счет чего у него больше выход летучих веществ. Уголь горит лучше, чище, лучше выгорает. В связи с чем в этом угле более низкое содержание серы и не более низкое содержание азота. А из-за того, что этот уголь очень хорошо горит, содержание твердых выбросов в атмосферу на каждом нашем переоборудованном блоке снизится не менее чем на 1000 тонн в год. И подскажите, пожалуйста, вот последний вопрос. Последние полторы недели нам звонят жители левобережной части города. И Приднепровск, и район Калиновой очень обеспокоены тем, что отопления до сих пор нет. Приднепровская ТЭС, так сказать, вторичная часть выработки энергии – это горячая вода. Отопления там пока что нет, переживают. Что можете сказать? Значит, станция сразу после получения распоряжения городского головы о начале отопительного сезона, станция сразу же подала теплоноситель жителям города Днепр. К сожалению, наша станция обеспечивает напрямую теплоносителем, то есть горячей водой и отоплением, только жилмассив Приднепровск, жители Приднепровска. А город Днепр обеспечивает коммунальное предприятие Комэнергосервис. Поэтому, насколько мне известно, у них есть кое-какие проблемы, связанные с порывом труб, и пока они занимаются устранением этих замечаний. Ну, будем надеяться, что... Возможно, сегодня уже там стало тепло. Спасибо вам большое. Отже, спасибо. Про новий підхід до роботи на Придніпровській ТЕС ми говорили із заступником головного інженера підприємства Олексієм Фоменком.